Прививать любовь к сцене с раннего возраста. Тогда не будет и страха перед выступлениями, и уверенности больше. Челнинским участникам «Татар Малае» и «Татар Кызы» от 5 до 7 лет. Они и поют, и стихи рассказывают на татарском языке. Сегодня в городском дворце творчества прошел финал городского конкурса. Съемочная группа программы «Челны-24» побывала на мероприятии. Это выступление 7-летней Адили Гариповой. Девочка еще не знает, что через несколько часов ее объявят победительницей конкурса «Татар Кызы». По словам финалистки, она любит и читает сказки на татарском языке. И уже помогает маме готовить национальное блюдо. Поэтому и словарный запас у нее большой, и имеющиеся знания сегодня ей очень пригодились. Разговариваю по-татарскому с родителями, готовлю шпишмак бэлэш. Финалистами городского конкурса «Татар Малае» и «Татар Кызы» стали 10 дошколят. А всего участие в нем приняли более 120 девчонок и мальчишек. И на каждом этапе был жесткий отсев. Ну а тем, кто сумел пройти финал, сегодня выпала возможность показать все свои знания и умения. Они сегодня покажут визитку, кратко расскажут о себе, о своей семье, об отношении к языку, к родному краю. Далее покажут свой творческий номер. И, конечно же, будет интеллектуальная такая короткая игра, знание и татарского языка, знание татарских пословиц. Я не волнуюсь на этом конкурсе, потому что я с мамой учила стих днем и ночью. Все финалисты городского конкурса «Татар Малае» и «Татар Кызы» получили дипломы и игрушки, а победителями стали Адили Гарипова и Искандер Шарипов. Эльмира Гайнудинова, Тагир Бекметов, Челны-24.